Если бы Мистикалагер захватили Майнкрафт, не забудь поставить лайк и предлагать свои идеи для машин в комментариях. Всем привет, с вами Великий Ночь, и сегодня мы поговорим о Майнкрафте. Эй, кого там принесло? Эй, привет, что делаешь? Смотрю скучное выступление Ночи про Майнкрафт. Если бы мы были вместо Ночи, то Майнкрафт стал бы сверкать подобно только что добытому алмазу. Я как бы давно уже продумал план о захвате Моджанг. И почему ты молчал? Ну, ты не спрашивал. Логично. Пойдем, ты мне расскажешь свой план за чашечкой кофе. Что же, кажется, я понял твой план. Но где мы возьмем маски Ночи и Джеба? Есть отличный рынок у жителей. Они продают абсолютно все. Привет, житель, нам нужны маски Ночи и Джеба. Отдай нам их. Эй, Мистик, они просто так не дадут маски. Вот, держи изумруды. Так бы сразу. Ну что же, поехали. Ну вот, мы почти у входа. Одеваем маски. По-моему, я симпатичнее тебя. Ну не скажи, мне кажется, красавец здесь один. Привет, охранник, я Ночь, а это Джеб. Не подскажешь, где находится мой кабинет? Да, конечно, вниз и направо. Спасибо. Мы сделали множество полезных обновлений, теперь алмаз найти проще, чем уголь. Ведь мы добавили алмазные деревья и алмазный биом. Жители отдают вещи бесплатно, а Ночь с Джебом теперь утолены из Майнкрафта. Ну что, Лагер, как тебе обновление? What the fuck? Блин, я не хотел. Что же теперь делать? Пойдем хотя бы осмотримся. Эй, парни, вам не нужна машина времени? О, да, она нам очень нужна, ведь теперь в Майнкрафте нету верхнего мира. 5 стаков алмазов. Что? Это же наше состояние. Ну, не хотите, тогда я пошел. Да нет, постой! Держи. Попробуем. Так вам нужны маски? Нет. Все-таки это было круто. Ну да, будет что детям рассказать. Кстати, на мне маска смотрелась лучше. Вот что было бы, если бы Мистикалагер захватили Майнкрафт. Огромное спасибо за просмотр. Для вас делал Machinima Force. Отдельно благодарность Хеллнайту, Тошику, Джанго Фит, а также некоторым жителям из Черного рынка. Еще раз большое спасибо.